Егорские школьники стали чемпионами всероссийского конкурса «Герои СВО». Творческий проект четвероклассников из шестой школы признали лучшим среди полутысячи работ. В открытом туре приняли участие команды со всей России. Заявки на конкурс поступали как от младших ребят, так и от тех, кто в этом году уже заканчивает школу. Организаторы мероприятия, участники форума классных руководителей и представители Московского университета «Синергия» объявили три конкурсные номинации – авторская песня, авторское стихотворение и сборник. В каждом направлении жюри определяли своего победителя. Несмотря на высокую конкуренцию, югорским младшеклассникам удалось вывести свой медиапроект в лидеры. Молодое поколение общается немного на другом языке. Это информационное общество. И мы в ногу со временем создаем и программы, и конкурсы, которые понятны молодым прежде всего. И через вот такие форматы мы доносим до молодежи именно основы патриотического воспитания. Они заинтересовываются историей своей страны. Мы читали стихи, которые написал дедушка моего одноклассника. Стихи были о героях Великой Отечественной войны и о героях СВО, которые сейчас воюют. Работу школьников отправили и за пределы нашего региона. Так, творческий видеопривет отправили бойцам батальона «Югра». Весточка с родины подняла настроение всей группе югорских солдат. Видеоролик, который записали ребята, я отправила Дмитрию Аксенову, командиру батальона «Югра». Он действительно был очень тронут, передавал ребятам большие слова благодарности, слова поддержки, потому что действительно для наших бойцов крайне важно видеть, что не только они сражаются там, на полях боя, но и вся «Югра», вся Россия, все люди от мала до велика вместе с ними, вместе работают на общую победу.